Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер и его говорящие руки. Сегодня у нас на обзоре такой вот мультиинструмент Boy Scout 14 функций Adventure Series. Мультиинструмент из нержавеющей стали. Нож, пила по дереву, ножницы, консервный нож, открывалка для бутылок, плоская отвертка, штопор, крестовая отвертка, шило, резак, проколка, пилочка и лопаточка для ногтей, кольцо для ключей, светодиодный фонарик. Стоит этот инструмент 300 рублей. Не особо и дорого. Так, как он тут открывается? На вид очень даже неплохой. Сразу фонарик надо посмотреть. Работает ли фонарик? Фонарик. Как он тут? А, вот. Фонарик светит. И это уже радует, что он работает. У меня типа такого инструмента был когда-то. Но я его протерял. А сейчас вот приобрел. Штопор, чтобы открывать сухое вино или красное. Обычный штопор. Это пиво открывать. Это тоже пиво. Это дрова пилить для шашлыка. Ножик, наверное, скорее всего, тупой. Как обычно. Ничего им особо и не разрежешь. Вот, даже режет немного. Как бы это все быстро не заржавело, тогда вообще было бы здорово. Крестовая отвертка. Тоже, кстати, пригождается такая крестовая отвертка. Крутить всякие саморезы. Так, что тут еще-то есть? А, ножницы. Надо проверить. Ножницы, как они стригут чего-нибудь или нет. Ножницы, ножницы. О, стригут. А я что-то подумал, что они будут тупые, эти ножницы. Вот. Работают. Все это можно подвесить. Так что инструмент вот этот мне понравился. Понравился, хорошая вещь. Надеюсь, прослужит долго. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интересней.